Юлия хороший вопрос задает. Батюшка, как спасаться в современном мире? Куда ни глянешь, везде за достоинство выпячивают пороки. Блуд, тщеславие, гордость, а хорошие качества, верность, милосердие, смирение высмеиваются. Юлия, я часто вспоминаю притчу про муху и пчелу, когда муха смотрит кругом помойки, грязь, вонь, а пчела летает там же, да, и говорит, как много цветов, благоухание, красота. Вот так же и человек, он смотрит и видит то, что он хочет видеть. Если вы хотите видеть то, что вы сказали, вы это и будете видеть. Если вы хотите видеть другой мир, вы будете видеть другой мир. Я вижу другой мир, что сегодня человека не преследуют за то, что он верит во Христа. Ну, в большинстве стран. Где-то есть, конечно, гонения. Но сегодня мы живем в свободное время, когда каждый человек может верить во Христа. И не бояться ходить в храм. Кроме того, посмотрите, как много у нас храмов. Сейчас у нас храмы есть практически в каждом населенном пункте, ну, более-менее каком-то большом. Разве это плохо? Это значит, что каждый человек может прийти к Богу и спасать свою душу, исповедоваться, причащаться. Вот что я вижу. Конечно, есть какие-то серьезные проблемы, минусы, но, опять же, зависит от того, на что мы с вами будем обращать внимание. Понимаете? На что мы смотрим, то мы будем видеть. Так что смотрите в другую сторону.